Каждый раз, глядя на восходящее солнце, человек надеется по-особенному. Я имею в виду любого человека, даже того, для кого этот рассвет несет с собой смерть. Например, приговоренного. Я не боюсь смерти. И мне кажется, что в сущности ни один из смертных не должен бояться этого естественного предела человеческого существования. Существование, но не жизни. Ведь жизнь не заканчивается со смертью, а продолжается в наших детях, в человечестве, которым мы оставляем свои мысли и дела. Смерть человека не страшна, пока человечество имеет надежду на будущее. Вот эта надежда на будущее человечества, по-видимому, и открывается каждому в момент восхода солнца. Ведь солнце встает для всех, и именно в этот момент можно как никогда почувствовать себя частью этого всеобщего бытия, открывающегося каждому из нас как надежда. А что, если у человечества не станет надежды? У нас осталось не так много времени, всего 3-4 поколения до точки невозврата, когда гибель цивилизации уже невозможно будет предотвратить. Давным-давно меня поразил один эксперимент. Две лягушки бросали две емкости с водой, стоящих на огне. В одной из емкостей вода была очень горячей, почти кипела. И попадавшая в нее лягушка моментально выпрыгала из нее, отделываясь легким испугом. Во второй емкости холодная вода постепенно нагревалась. Лягушка испытывала дискомфорт в одном месте и переходила на другое, затем третье, четвертое место в кастрюле и так далее до тех пор, пока не сваривалась заживо. Наша цивилизация напоминает именно эту лягушку. Нам становится дискомфортно в одном месте, мы переходим в другое. Если нельзя загрязнять атмосферу тут, мы будем делать это где-то еще, в другом месте или даже в другой стране. Вместо одного источника загрязнения перейдем на другой. Например, вместо тепловой электростанции построим атомную. Большему злу предпочтем меньше и так далее. Возможны только два исхода развития технократической цивилизации. Ее гибель от отходов индустриальных технологий или отделение техносферы от биосферы, вынос земной индустрии в космос. То, как мы можем погибнуть, я испытал на себе, когда мою родную деревню под Гомелем после самой крупной в истории человечества техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС накрыло облаком радиоактивных осадков. А это всего лишь одна электростанция. Маленький индустриальный винтик по добыче самого безопасного вида энергии – электричества. Человек создал технику, и она стала слишком сильной для того, чтобы он мог ее контролировать. Чернобыль – это яркий пример, урок, из которого мы так ничего и не вынесли. Сегодня много говорят о загрязнении окружающей среды, глобальном потеплении и тому подобном. Принимают меры в виде квот на выброс тех или иных веществ в тех или иных регионах. Ничего не напоминает? Лягушка в кастрюле с еще не смертельно горячей водой? Все это полумеры. Мы ничего не достигнем, просто сократив количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ. Так можно только отложить гибель, но не избежать ее. Единственный вариант спасения для человечества – вынос вредного производства на околоземную орбиту, в ближний космос. Об этом говорил еще Циолковский. Я познакомился с его трудами в детстве. И понимаешь, вот так можно потерять вот всю планету. Ну, все потерять. Потому что это сделала цивилизация, вот эту вот, трагедию. И сделала самую безопасную энергию электрическую. Потому что атомная электростанция Чернобыльская – это электростанция. Она вырабатывает самую безопасную и самую чистую электрическую энергию. Но мы видим, что это не так. Никакая она не безопасна, никакая она не чистая. Ну что, я здесь гулял, вот в школу ходил, вот там в школу. Это мой класс.
Вот здесь я сидел, вот здесь, в 6-м классе. И нас учили, многому учили, и хорошо учили. Я получил прекрасное образование вот в сельской школе, глухой, среди болот. А там классы химии и физики должны быть. Нет силы более могучей, чем знания. Человек, вооруженный знанием, непобедим. Горький. Юный физик, орган физического кружка. Были кружки, хорошие кружки, я тоже ходил в кружки. Увлекался моделированием. Потом все ракетные моделирования. Я первые ракеты строил здесь. Где-то во 2-м классе начинал строить их. И это просто сельская школа. А знания давали хорошие, неплохие знания. Я с благодарностью это вспоминаю. Мысль о возможности выноса индустрии в космос захватила меня целиком и полностью. Надо сказать, что она тогда пришлась как нельзя ко времени. Тогда космос был в моде. Еще бы. Мы же были впереди планеты всей, опередили американцев. Но вместе с тем мне очень скоро стало ясно. Ракета не то, что могло бы позволить человеку не только покорить космос, но и даже просто освоить его в индустриальных целях. Возможности использования ракеты очень ограничены. При этом ракеты экологически опасны и очень дороги. Каждый их запуск может стоить сотни миллионов долларов. Стоимость доставки 1 тонны груза на орбиту высотой 300 километров сегодня превышает 10 миллионов долларов. Для освоения космоса эта стоимость должна быть не более 1000 долларов за тонну, то есть десятки тысяч раз дешевле. Одна тяжелая ракета делает дыру в озонном слое размером с Францию. Сотни запусков ракет-носителей в год, а это всего несколько сотен тонн груза в год, полностью уничтожит озонный слой планеты. Это возможности традиционного космического транспортного средства под названием ракета. На Земле с такой транспортной работой перемещение на расстояние 300 км нескольких сотен тонн груза в год справится одна телега с парой крепких лошадей. Это и есть земной аналог космического транспорта, созданного земной цивилизацией. Правда, стоимостью несколько больше. Более триллиона долларов. Именно столько затрачено на космическую гонку за последние 70 лет. Очевидно, что одна земная телега не справится с транспортными задачами, стоящими на планете перед более чем 7 миллиардами землян. Как очевидно и то, что подобный транспорт не справится с созданием космической индустрии, обслуживающей все человечество. Решение, которое я предложил, является единственно возможным – не ракетное освоение космоса. Оно основано на законах физики и в сущности очень просто. Мы можем выводить на орбиту большое количество грузов. За один рейс миллионы тонн и миллионы пассажиров, используя центробежную силу. Для этого по экватору нужно построить кольцо, которое и будет являться общепланетным транспортным средством. Внутри кольца по специальному вакуумному каналу на магнитном подвесе будет двигаться маховик, разгоняемый линейным электродвигателем по принципу поезда на магнитной подушке. За счет чего кольцо, увеличиваясь в диаметре, станет плавно подниматься над Землей, пока не достигнет нужной высоты и орбитальной скорости 8 км в секунду.
Таким образом, мы сможем вывести на околоземную орбиту неограниченное количество грузов. Получим возможность использовать неисчерпаемые ресурсы космоса – сырьевые, энергетические, пространственные – и избавим Землю от непосильной ноши технологической эксплуатации. Благодаря новым космическим технологическим ресурсам, отсутствующим на Земле, невесомости, глубокому вакууму, перед будущей космической индустрией откроется колоссальная возможность. Сейчас кажется даже немного наивным. Тогда я думал, что стоит мне рассказать людям о моем изобретении, и они обязательно поймут всю его важность. Я был уверен, что меня услышат. Услышали. Назвали сумасшедшим, параноиком, фантазером. И это тоже было своего рода признанием. Когда-то также смотрели на строившего ковчег Ноя, воспринимали идеи Коперника, Бруно, и даже о самолете, сегодня ставшем частью повседневной реальности, скептики говорили, что предмет тяжелее воздуха не может летать. А другие специалисты утверждали, что космические полеты невозможны, так как в вакууме реактивной струе будет не от чего отталкиваться. Впрочем, было и другое признание, настоящее. Более 100 патентов и авторских свидетельств на изобретение, публикации в научных журналах и объемно научная монография. В некотором смысле я благодарен тем, кто критиковал меня. Они побудили меня отставить идею, развивать и совершенствовать ее. Так, собственно, и зародился концепт струнного транспорта, который отпочковался от эстакады общепланетного транспортного средства. Основной недостаток изначальной идеи безракетного освоения космоса связан с необходимостью строительства эстакады, которая должна опоясать по экватору весь земной шар. Если эстакаду строить в традиционном исполнении, то для этого потребовалось бы неимоверное количество строительных материалов. Однако расходы можно сократить на порядок, если сделать структуру эстакады предварительно напряженной, струнной. Струнные канаты примут на себя значительную часть нагрузки, за счет чего несущие конструкции могут быть гораздо более легкими и, соответственно, менее материалоемкими. Кроме того, такая конструкция оказывается еще и более прочной, устойчивой к внешним воздействиям и дешевой. В сравнении с обычной эстакадой, она сама по себе является, безусловно, выигрышной, а потому может заменить ее не только в рамках концепции неракетного освоения космоса, но и в повседневной жизни, в строительстве земных дорог и мостов. Словно сама идея двигала мной, подсказывая средства к своему осуществлению, требующему огромных финансовых затрат, на которые не готово пойти ни одно государство. В какой-то момент я понял, что изобретенная мною струнная система призвана стать своего рода взлетно-посадочной полосой для общепланетного транспортного средства сразу в двух отношениях. Она должна обеспечить техническое осуществление проекта и, что не менее важно, дать этому проекту финансирование. Из всего, что связано с изобретенным мною космическим транспортным средством, эстакада является самым земным и понятным элементом, потенциально востребованным рынком. Его можно и нужно капитализировать. Это должно стать первым шагом к спасению планеты. Я попробую объяснить. При скоростном движении 90% энергии уходит в аэродинамику. Трудности связаны с наличием эффекта экрана. Когда транспортное средство движется близко к экрану, идет несимметричное обтекание воздушным потоком, идет динамическое нагнетание воздуха по транспортному средству. Экранный эффект как минимум 2,5 раза ухудшает аэродинамические характеристики. При подъеме транспортного средства на размер транспортного средства над землей аэродинамическое сопление уменьшается 2,5 раза. Надо не только поднять над землей, надо убрать экран, сделать не сплошное полотно, а два узких струнных рельса. Обычная эстакада со сплошным полотном и эстакада струнная – это эстакада. Она проектируется по одним и тем же нормативам. Но при той же нагрузке, при той же несущей способности, наша струнная эстакада будет минимум 20-30 раз дешевле. Вместо сплошного полотна два узких рельса. Ясно, что материал надо 10-20 раз меньше. Балочная конструкция, она разрезная, несущая способность балочной эстакады где-то в 5 раз ниже, чем такой же эстакады, которая является неразрезной, без температурных швов. Поэтому
на порядок мы можем снизить расход материала и стоимость за счет того, что мы убрали сплошное полотно, стали два узких рельса. И в пятый раз мы можем улучшить ровность пути, потому что конструкция не разрезная и предварительно напряженная. Оставалось решить проблему преодоления сопротивления качению колеса, на которое расходится порядка 10% энергии при высокоскоростном движении, так как 90% энергии уходит на аэродинамику. И колесо у нас другое, не железнодорожное, потому что у него тоже достаточно большое сопротивление качению колеса, потому что коническое колесо опирается на цилиндрическую головку рельса. А у нас цилиндрическое колесо опирается на плоскую головку рельса. Поэтому по сравнению с железнодорогой мы улучшили характеристики колеса в два раза. И поэтому нам нужна в два раза меньшая мощность для преодоления сопротивления качению колес. Потери здесь на порядок, а при высоких скоростях и на два порядка меньше, чем у системы пневматическая шина асфальтобетонное полотно. Так был создан концепт оптимальной надземной транспортной системы, названной позднее SkyWay, небесная дорога. Это другая эстакада. Она предварительно напряженная, неразрезная и статически неопределимая. Второе. У нас по эстакаде движется рельс автомобиль, который назван юнибусом, который имеет исключительно хорошую аэродинамику, обводы исключительно хорошие, имеет противосходную систему и индивидуальную систему управления, безопасности, энергообеспечения и связи. И третье, у нас инфраструктура второго уровня, она другая. Она не на поверхности земли, она поднята над землей. И поэтому вся инфраструктура другая. Эта система, конечно, не решит глобальных проблем, но позволит выиграть время, сэкономив за 100 лет триллионы тонн топлива и предотвратив выброс в атмосферу триллионов тонн вредных веществ. Время – самый главный ресурс, и его у человечества становится все меньше. Я уже говорил, что современные экологические движения с их программами способны только отложить гибель цивилизации. Все они похожи на детскую игру, где время движется только в очерченных правилами пределах. Но настоящее время выше любых правил, оно само правило. За тем, что мы выиграем время, должен следовать самый важный шаг. Должно быть решение, и я знаю его. Я знаю, как выиграть время для реализации предложенной мною программы. Струнный транспорт, предлагаемый мною в качестве первого шага, это не только самый эффективный транспорт, но и самый безопасный и самый экологически чистый. Это становится особенно очевидным, если использовать масштабный фактор. В частности, если по технологии SkyWay в ближайшие десятилетия будет построена альтернативная мировая транспортная инфраструктурная сеть Transnet, то это спасет до конца века около 100 миллионов человеческих жизней, которые в противном случае погибнут в транспортных катастрофах. В первую очередь на автомобильных дорогах. А около миллиарда человек не станут инвалидами и калеками. Землепользователям будет возвращено более 5 территорий Великобритании. И настолько по площади почв сегодня закатан в асфальт и похоронен под шпалом. В 10 раз больше территория почв будет спасена от экологической деградации. Будут сэкономлены сотни миллиардов тонн топлива стоимостью в сотни триллионов долларов. При этом в двигателях автомобилей, тепловозов и самолетов не будут сожжены триллионы тонн атмосферного кислорода, так необходимого всем нам для дыхания. Мы сможем дышать дольше. Мы выиграем время. Мы выиграем еще один рассвет и еще одну надежду. Боже, дай мне времени завершить начатое. Дай мне времени сделать все, что в силах моих для реализации задуманного. Для всех людей, объединенных этим рассветом и этой особенной надеждой, таящейся в нем. С этой мыслью я начинаю свой день вот уже почти 40 лет. Все это время
что было отдано воплощению идеи эстонного транспорта и неракетного освоения космоса. Я знаю, что я не один, и это дает мне уверенности в правильности избранного пути. Жизнь человека есть только в жизни человечества, возможности будущего для наших детей, внуков, правнуков. Со мной те, кто понимает это, и нас становится все больше. Моя семья, мои друзья, инженеры-конструкторы, люди, поддерживающие проект струнного транспорта своими инвестициями, своим стремлением сделать все от них зависящее для того, чтобы не дать погибнуть нашей цивилизации. Сегодня мы вместе строим экотехнопарк, центр международной экспертизы и сертификации струнного транспорта, откуда это инновационное решение будет выведено на мировой рынок и сможет внести свой вклад в будущее. Вместе мы строим будущее, лучшее, чем то, которое ожидает нас, если ничего не делать прямо сейчас, пока еще есть время. Я убежден, что как только мы достроим тестовые участки и сможем сертифицировать струнный транспорт, он будет востребован по всему миру. Ведь не может не быть востребованным самый эффективный, дешевый, экологически чистый и безопасный транспорт из всех, что только есть сегодня в мире. И хотя богатство не является для нас самоцелью, но мы разбогатеем, продавая созданную нами технологию. Лично заработанные деньги я инвестирую в разработку космической программы SpaceWay. Эту программу сегодня никто не готов финансировать. Ни Россия с ее Роскосмосом, ни Соединенные Штаты Америки с их НАСА, ни Организация Объединенных Наций. А ведь только научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по этой программе потребуют порядка 100 миллиардов долларов вложений. Реализация программы SpaceWay «Космический путь», затраты на которую оцениваются более чем триллион долларов, обеспечит переход земной цивилизации на новую ступень развития. Она станет космической цивилизацией, у которой индустрия будет вынесена за пределы ее дома, биосферы планеты Земля. У нашей цивилизации, а значит и у наших внуков и правнуков, появятся безграничные возможности для дальнейшего технологического развития без конфликтов между земной биосферой, созданной Богом, и индустриальной техносферой, созданной человеком разумным. Так, друзья, ну что, те, кто к нам только подключился, приветствую на очередном вебинаре проекта SkyWay. Сегодня среда, 20 часов, значит, у нас, соответственно, технико-экономический вебинар. Вот, соответственно, в 19 часов у нас для новичков мы преследуем две цели. Первое – это довести информацию до тех, кто только подключился в проект. И второе – дать аргументы для того, кто доводит информацию, и каждый раз мы его отстраиваем таким образом, чтобы на том или ином моменте обыграть сильные стороны, для того, чтобы вы имели в руках инструмент, как доводить... Так, все видео закончилось, это могут быть проблемы у вас с браузером, так что лучше перезайти. Вот, поэтому... Мы дальше будем продолжать, еще, наверное, я думаю, в пределах месяца-полутора. Потом мы с Алексеем уже договорились, у нас есть сейчас очень интересные партнеры, которые делают обучающие высокопрофессиональные такие курсы. И мы сделаем такой вебинар, точнее, даже не вебинар, а вводную лекцию по SkyWay, основам SkyWay, студийные записи, и таким образом ее можно будет сразу и давать ссылку на нее, пересылать партнерам для того, чтобы сразу получать исчерпывающую информацию вот, о проекте. Это, а дальше будем оставлять время и наши вебинары переводить уже больше в такую интерактивную фазу, когда можно будет и задать вопрос, и чтобы еще включались определенно наши партнеры с разных городов, стран, регионов, с разных организаций, компаний наших, тем, кто мы продвигаем и в каких странах мы сегодня представлены. И таким образом мы эту работу дальше будем развивать, и вебинары у нас будут постепенно переходить в такую форму уже интерактивного общения и, скажем так, больше похоже на репортажи с разных
адресных проектов, нежели вот в такую, как сегодня, несколько академическую форму. Но это, друзья, тоже определенный этап. Его тоже надо пройти, и мы сегодня активнейшим образом движемся именно вот в таком формате. Тем более, что этот формат проверенный, мы работаем уже третий год в таком плане. Конечно, вот этот год несколько, по мере того, как идет строительство экотехнопарка в Мариной Горке, конечно, другой формат работы идет. Но на сегодняшний момент мы, друзья, происходим такой важнейший период, которому мы шли, и это, друзья, даже не столько стройка, не столько работа конструкторского бюро, сколько именно психологический момент, который нам приходится сегодня преодолевать, и мы видим, друзья, как он активнейшим образом меняется, это переход, где этого не может быть, в категорию «а если это правда?». И это была как раз основная линия выступления моего на экотехнофоруме, именно второй части, когда мы проводили научно-практическую конференцию, для того, чтобы у всех четко вышло понимание, и мы все уехали именно с подходом тем, что сегодня этот проект находится в стадии «а если это правда?». И когда вы общаетесь с чиновниками, с бизнесменами, с инвестиционными какими-то структурами, то первое, с чего начал говорить, а представьте, что это правда. И дальше у вас сегодня наработана огромная доказательная база, над которой работают сегодня десятки, сотни тысяч людей. Это именно та аргументация, которую вы сегодня можете показать и сказать, что вот что было месяц назад, два месяца, три месяца, полгода, год, два, пять, десять, пятнадцать, сорок лет назад. Соответственно, этот экскурс сопровождается тем, что все это создает сегодня основу для того, к чему мы сегодня движемся, для того, что мы сегодня с вами создаем. И как раз это уже другой подход, что как только начинает работать мысль любого там чиновника или любого в основном крупного инвестора в направлении «а если это правда», значит становится совсем другой разговор. И дальше, друзья, я абсолютно уверен, здесь уже нет никаких сомнений, что мы с вами подходим к той стадии, и я думаю, что у нас на этом будет несколько очень таких важных вех. Это первое, 20-23 сентября, это выставка на крупнейшем инновационном международном форуме в сфере транспорта, где будет представлена технология Skyway, и там же мы проведем конференцию в Берлине именно по развитию европейской транспортной системы с использованием Skyway. И дальше у нас конец октября, это будет уже октябрьский фестиваль Skyway, который уже будет приурочен к демонстрации основных узлов и составляющих именно путевой структуры и подвижного состава Skyway. Это, конечно, друзья, будет такой старт и заявка о том, что это будет двигаться дальше, о том, что там будут уже демонстрироваться это для крупнейших инвесторов и заказчиков. А сейчас, друзья, начинается такая очень большая, кропотливая работа по ведению переговоров, создания небольших адресных проектов, именно которые сегодня стартуют для работы. И мы сегодня работаем по таким адресным проектам и на территории России, и на территории наших ближайших друзей и соседей на территории всего евразийского пространства. А вообще сейчас трудно, наверное, найти, где сегодня не именно силами уже наших партнеров, наших активных людей, которые продвигают проект, не ведется эта работа по созданию адресных проектов. И это, друзья, география сегодня настолько обширная. 24 апреля Виктор Бабурин рассказывал о работе, и все эти записи есть в чатах сегодня и в наших ресурсах официальных по работе в Австралии, и работа с Родом Хуком, управляющей компанией, которая уже сегодня работает. И сегодня уже готовится приезд большой делегации с Австралии, это будет конец мая, начало июня, именно для того, чтобы уже практически приступить к реализации совместной работы по реализации адресных проектов на территории Австралии. Это только первые шажочки. Вот я могу сказать, что на прошлом вебинаре, вы помните, наверное, я прям с самолета прибежал, включился в вебинар, я прилетел с Чечни, где мы тоже договорились и сейчас активнейшим образом работаем и готовим в ближайшее время подписание соглашения с руководством Чечни и
создание уже управляющей компании по адресным проектам, и уже ведем переговоры с инвесторами, которые готовы профинансировать на территории Чечни ряд проектов. Это тоже активно, друзья, работа ведется, и это тоже первые, только первые ласточки той огромной работы, которую еще нам предстоит сделать, потому что вся капитализация, все закладки, которые будут именно с точки зрения инвестиционного пакета приносить и дивиденды, доходность, это будет, конечно, друзья, только в запуск реализации конкретных проектов, конкретных бизнес-структур, которые будут создаваться с помощью технологии SkyWay. В сегодняшний момент эти цели и задачи реализуются, то есть у нас прошлый месяц закрыт с очень хорошим результатом, у нас очень увеличился сегодня приход новых партнеров, новых инвесторов, новых наших соратников, соответственно, это сопряжено и с определенными инвестициями, которые сегодня тоже вышли на рекордные показатели. Это сегодня количество общих участников проектов, которые перешагнули, уже перешагнуло за 300 тысяч человек. Это тоже уже существенная такая сила, которая продвигает и которая создает огромную синергию для движения проекта. И здесь, друзья, все, кто был на Экофесте, все, кто были в Марьиной Горке, вы все это почувствовали. И вот этот заряд энергии, заряд вот этой именно воодушевления, который прошел после фестиваля, он как сейчас выражается в том, что резко увеличивается сегодня количество людей, которые активизировали работу. Для меня это выражается как, что на меня выходят все больше и больше крупных структур, инвесторов, которым необходимы консультации, разъяснения, именно в каких-то нюансах продемонстрировать технологию, все, что возможно сейчас вот именно в таком режиме. А основной, конечно, аргумент и основная работа, которую я сегодня могу себе позволить и сказать, что если у вас какие-то остаются вопросы, для того, чтобы принять решение, вам надо посетить конструкторское бюро и, соответственно, строительный полигон или экотехнопарк. Сегодня он далеко уже перерос просто за именно логику испытательного демонстрационного полигона. Это все-таки уже экотехнопарк. И сейчас мы готовим ряд визитов для того, чтобы именно продемонстрировать и показать и снять последние сомнения, которые есть у потенциальных партнеров, инвесторов движения в нашем проекте. Конечно, раньше, когда у нас не было такой возможности, это была одна логика, это была одна аргументация. Сегодня шаг за шагом у нас и рабочие материалы, и рабочий альбом, который сегодня был представлен вот, буквально недавно на в экспертном совете Минтранса, который, ну скажем так, ни один даже оппонент наш, ни один даже эксперт, работающий в конкурирующей технологии, не смог аргументировать для того, чтобы не принять эту технологию. Это была большая победа. И когда Минтранс рекомендовал инновационную технологию второго уровня, именно как уже воздушное метро в применении в регионах, это тоже, конечно, друзья, очень серьезная победа. И сегодня будет ряд уже делегаций, как мы выходим на подписание соглашений уже о первых адресных проектах. Мы уже не раз говорили, это будет и с Самарой, это будет и с Санкт-Петербургом, это будет и с Красноярском, это будет и с Чечней. И, конечно, со временем, друзья, это будет со всеми регионами России. И не только России. Это также готовится по Украине, Казахстану, Молдавии, Киргизии, Кыргызстану и остальным нашим ближайшим союзникам и партнерам. А также, как я уже сказал, география сегодня крайне широкая. И вот как Михаил Кириченко в репортаже сказал, что 55 партнеров стран, мы после Экофеста решили уточниться, посчитали количество сегодня инвесторов, из каких стран представлены, и там расхождение буквально это или 60, или 61. Причем есть такие, я бы сказал, очень неожиданные сегодня страны, такие как Северная Корея, такие как Камбоджа, допустим, или еще. То есть я могу сказать, конечно, в основном, друзья, это наши бывшие соотечественники, которых разные, в той или иной мере сегодня работают в разных странах или живут в разных странах. Но тем не менее, друзья, такого масштаба проект, наверное, давно и давно не было. Потому что у нас в Организации Объединенных Наций там, по-моему, чуть больше 240 стран. А вот так вот, чтобы проект, который развивается таким образом, мог объединять
60 стран. Это уже само по себе, друзья, я думаю, впечатляет и само по себе уже дает определенную четкую уверенность сказать, что это необычный проект. И когда нам говорят, что вы обычная пирамида, вы обычный хайп, вы обычный, не знаю, там какими словами нас сегодня можно сказать, что здесь уже, друзья, я сразу говорю, стоп. Если вы нас такими считаете, то давайте добавляем одно слово. Во всяком случае, мы необычные, мы несколько отличающиеся от всех остальных. Во-первых, мы уже довольно-таки долгое время живем и развиваемся, а средняя жизнь сегодня проекта в интернете не более 1 года. Второй момент. Мы активно растем. И третье, чем больше мы живем и чем больше мы работаем, тем у нас большее количество есть аргументов, которые мы можем продемонстрировать. Это и строительство уже путевой структуры, и логистического пересадочного узла, который сегодня по экспертным меркам может соперничать с проходимостью именно пассажиропотока, что для экспертов просто является невозможным, на что я всегда представляю аргументы. Я говорю, друзья, вот видите, вот у меня в руках смартфон. Да, это хороший смартфон, самсунговский, там, но какое-то время назад кто мог предположить, что он за час может передать информации больше, чем городская телефонная сеть, московская городская телефонная сеть за год. Соответственно, точно так же и сейчас аргументация по пассажиропотокам, по тому той транспортной сети, которая сегодня создается, у всех транспортников, железнодорожников возникает первый аргумент. Этого не может быть по пассажиропотокам. Постепенно вопрос переходит уже в логистику. Так, по вопросам по перископу, тут Юля спрашивает. Друзья, перископ у нас, мы отрабатываем сегодня трансляцию в перископе. Начиная со следующей недели мы проведем видео такие обучающие курсы. И со следующей недели мы будем делать трансляцию в перископе. Но основная, конечно, вещь, это не заменить или не дать альтернативу перископу, а создать еще один очень серьезный источник информации для того, кто не может участвовать в Мирополисе или другой комнате, которую мы определимся. Все-таки перископ сегодня дает очень серьезные возможности, но об этом мы будем говорить чуть позже. Поэтому сегодня мы еще, к сожалению, по техническим причинам без перископа, а вот со следующей недели и моя, и Алексея трансляция будет уже вестись в перископе. И дальше, это тоже уж к слову вошел разговор о перископе, то он еще сегодня будет выполнять определенные функции, вот как на прошлой неделе мы продемонстрировали его возможности, когда по приглашению московского правительства была большая конференция, и я выступал по теме Skyway на Экотехно, он их назывался, форум. Соответственно, я думаю, что московское правительство еще какое-то время после этого меня приглашать не будет, потому что не мог я сдержаться для того, чтобы не сказать в их адрес все, что я по поводу их думаю. Вот. Но обычно это заканчивалось как бы там просто нашим научным спором, а когда идет трансляция в перископе, больше 100 человек вживую видели этот репортаж, я думаю, что это будет несколько другого плана такие встречи. И поэтому я раньше от них уклонялся, потому что не каждый раз хотелось вступать в перепалки с чиновниками, там, с оппонентами. Сейчас же я думаю, что многим из вас будет в прямом эфире очень интересно смотреть, как выступают, аргументируют чиновники, которые вот так вот лобызят перед руководителями транспортного департамента Москвы. Это прям на этом конференции было, ну, прям даже до неприличия. О том, как пытаются технологию свести, о том, что ее не существует, и о том, что сегодня единственное направление транспорта Москвы — это все сделать платным. И я над ними там так откровенно издевался и сказал, что, друзья, для вас самое сегодня золотое время — это МКАД ограничить сегодня колючей проволокой и сделать платный вход для тех, кто хочет зайти на территорию МКАДа, потом на территории, соответственно, третьего транспортного кольца. Ну а на территории Садового кольца, я думаю, могут позволить себе только очень-очень богатые люди. То есть, и, соответственно, каждая машина, которая будет ездить по Москве, она должна облагаться такими податями и оброками, чтобы ни у кого даже не было желания въехать в Москву. Тогда все транспортные проблемы будут решены. Ну, я уж не говорю о таких мелочах, как
платные парковки, удорожание бензина, которое за прошлый год у нас в России произошло 12 раз, а в этом году уже 6. Поэтому я думаю, что мы еще много чего интересного будем видеть от наших транспортных властей, которые вот таким образом решают проблему. Но опять же, друзья, это не их вина, они живут в таких условиях, это их задача. Другое дело, что, как выясняется, что все компании, которые сегодня взимают плату за парковки в Москве, окажутся зарегистрированы в офшорах, что деньги уходят в непонятном направлении, и, соответственно, возникает ряд вопросов, а что же тогда происходит, и кто же здесь, кто чем руководит. Но это, друзья, отдельная тема. Останавливаться говорить. А я бы сейчас хотел еще прокомментировать один вопрос. Вы очень много, друзья, наверное, слышали про проект, когда мы говорили о транспортировке льда, воды. Кто-то считал, что это утопия, кто-то считал, что мы говорим какие-то абсолютно непонятные вещи. Кто-то откровенно говорил, что мы занимаемся ерундой. Так вот, друзья, сегодня выходит интервью, и наш министр сельского хозяйства, господин Ткачев, интервью РБК, начинает реально обсуждать проект о транспортировке миллиарда тонн воды, чтобы было понятно, в Китай. И это вода, которая будет браться на Алтае. Мы говорили, что Алтай – это Телецкое озеро, там очень много воды. Это не только Байкал, Иркутская область, это еще и Новосибирская область, и Красноярский край, Таймыр. У нас очень много воды. Так вот, друзья, на сегодняшний момент министр сельского хозяйства вполне серьезно, не обзывая себя сумасшедшим или говоря, что он выжил из ума, начинает реально предлагать проект миллиарда тонн в Китай. И тут другое дело возникает вопрос, друзья, как он его без Skyway собирается возить. Но реально вопрос, который сегодня встает, воду через Казахстан в Китай, обсуждается уже на правительственном уровне министрами. И это, друзья, только первая ласточка. Это только сегодня подход к тому, что то, о чем мы с вами говорили, и то, что очень много обсуждалось, и к этому тоже все относились по-разному, что друзья, какая вода, какой лед, куда транспортировать, что это все утопия, и все, что мы говорим, это абсолютно ерунда, друзья. Сейчас я могу сказать, в нашей компании, кто об этом говорит, эту ерунду, добавился еще министр сельского хозяйства Ткачев. И к нему можно относиться абсолютно по-разному. И как к бывшему губернатору Краснодарского края и как сегодняшнему министру сельского хозяйства. Друзья, сам по себе подход, что этот вопрос начинается очень серьезно обсуждаться, уже говорит о том, что то, что мы предлагали и закладывали в основные экономические характеристики прибыльности сети Транснет, говорит о том, что это сегодня востребовано и реально. И то, что они сейчас хотят делать трубу разворачивать, друзья, это все ерунда. Все они придут в Skyway, никуда они не денутся, потому что вода востребована, и только Skyway, и только Транснет на основе струнных технологий инженера Юницкого сможет реализовать и построить этот проект. Так же, как, друзья, мы абсолютно четко сегодня заявляем, но не говорим, что это произойдет сегодня, что весь проект Шелкового пути, а это, друзья, самый масштабный за всю историю экономики на Земле, то есть это самый масштабный проект, который сегодня планируется и разрабатывается Китайской Народной Республикой. Так вот, друзья, я могу сказать, что в течение 3, максимум 5 лет весь этот проект будет развернут под струнные технологии. И он будет строиться весь с использованием струнных технологий инженера Юницкого. А знаете, друзья, почему я это говорю, и насколько очень интересная ассоциация родилась, когда мы были в Чечне и вели переговоры, там был министр туризма, транспорта, экономики, потом еще там, ну мы сделаем отчет по поводу, с кем мы вели переговоры и протокол, который мы там подготовили. Так вот, друзья, родилась такая мысль, что шелк – это материал, один из самых прочных материалов, который состоит из очень тонких, предварительно напряженных нитей, который дает шелковый этот шелкопряд. Соответственно, секрет изобретения шелка ему более 10 тысяч лет. И его очень долго китайцы хранили в секрете. И именно в этом заключается успех. И сам шелковый путь назывался потому, что это шелк возили из Азии в Европу. Так вот, друзья, что такое струнные технологии? Струнные – это предварительно напряженные, очень
тонкая, очень прочная путевая структура, струна. И таким образом я абсолютно четко могу сказать, что весь шелковый путь будет построен по струнным технологиям. А еще по каким технологиям он может быть построен. Поэтому, друзья, это тоже еще одно несколько такое абстрактное подтверждение. Что такое абстрактное? Это когда надо выйти за пределы понимания то, что сегодня есть. Потому что сами китайцы сегодня осознают, что построить скоростные железные дороги в условиях Сибири, Дальнего Востока, да даже потом Средней Азии, перейти в город, настолько дорогостоящий и на сегодня нереальный проект, что как амбиции, да, его закладывают, но реализовывать с технической точки зрения он может быть только новыми технологиями. И эти технологии, друзья, это струнные технологии. И недалек тот час, я могу сказать, что я, может быть, приоткрою чуть-чуть такую занавесу большой тайны, что такие переговоры уже ведутся. И ведутся с очень высоким уровнем, я могу сказать, экспертов. И я даже могу сказать, что ну вот это один из источников, из каналов, как сегодня вижу, что был Красноярский экономический форум, и туда приезжал один из самых серьезных металлургов Китая, профессор, и его туда привозил бизнесмен, может быть, кому-то известный, это Анатолий Петрович Быков, вот, и, соответственно, они с ним обсуждали перспективы и металлургической отрасли, и вообще движения, и когда он узнал и услышал о технологии, которая позволяет и делать очень прочные стали, это то, что предлагает академик Леонтьев, и то, что с помощью этих стали можно строить новые дороги, которые дадут новое качество. Анатолий Петрович Быков – это наш большой, скажем так, и товарищ, партнер, и, я считаю, соратник по развитию именно Красноярской и всей сибирской транспортной сети. Так вот, друзья, я могу сказать, что... А когда еще этот очень серьезный, ну, скажем так, ученый, бизнесмен услышал об идее, что можно транспортировать сибирский лед, и при этом два продукта в виде воды и в виде энергии, а кто не знает школьную физику, не помнит, я скажу, что в одной тонне льда при температуре минус 18 градусов сосредоточена энергия, то есть собрана энергия, в 4 раза больше, чем надо расплавить тонну стали. Просто вдумайтесь в эти цифры. Представляете, тонну стали, которую надо расплавить на, допустим, газовой горелке. Представляете, какое количество энергии. Так вот, во льду энергии в 4 раза больше, чтобы было понятно. Поэтому, когда мы начнем транспортировать не просто миллиард тонн воды, а миллиард тонн пищевого льда, то энергии, которые мы получим от холода в виде концентрации, лед это сегодня единственный известный в природе конденсатор холода, а холод это энергия. Соответственно, это будет энергия, которую надо получить для того, чтобы сжечь в 3 раза нефти больше, чем которая добывается сегодня на Земле. А мы, друзья, получим эту энергию абсолютно первое бесплатно и второе без экологических затрат. Так вот, энергетический баланс при этом, друзья, увеличится, изменится в 3 раза. Поэтому и еще одну цифру, которую всегда приводит Юницкий, а я ее всегда транслирую, что сегодня Соединенные Штаты Америки тратят в 2 раза больше энергии на кондиционирование воздуха, чем мы на отопление в России, хотя считается, что мы северная страна. Поэтому, друзья, сейчас я просто говорю, но, как вы понимаете, Ткачев, министр, слова о холоде, о транспортировке льда, он даже пока не мог представить в самом таком своем перспективном сне. Но, друзья, почему очень важно сегодня такой аргумент, который мы приводим? Даже на уровне министров, когда начинают обсуждать такие проекты, как миллиард тонн поставки российской воды, именно возобновляемой воды в Казахстан, через Казахстан в Китай, это говорит о том, что, друзья, очень многое, что меняется. И когда министр Ткачев говорит, что мы прибыль от этого проекта можем получить больше, чем от всей нефтяной отрасли сегодня России, то, ну, вздумайте, мы сегодня добываем 540 миллионов тонн нефти, а вода сегодня уже дороже нефти. А пищевой лед, он в разы дороже сегодня, даже 98-го бензина. То это совсем другой бизнес, это совсем другой оборот. И когда это начинает звучать уже не из наших узлов на уровне вебинаров, и мы это доводим до своих партнеров, которые это воспринимают, а на уровне министров правительства господина Медведева, вот, хотя еще в прошлом году господин Варкович, занимающий пост сегодня вице-премьера, он в Китае сказал, что мы вам воду и лед продавать не будем, лучше покупайте наш алюминий. Вот, я так
10 раз, я даже скидывал на вебинарах ссылку, на это, я 10 раз перечитал, прослушал это интервью и не понял, в чем была логика, что китайцы у него просили наш байкальский питьевой лед, а он ему взамен предложил алюминий. То есть, каким образом Баркович увидел в этом связь, я, честно говоря, так и не осознал. Прошел год, и, как вы видите, уже другой министр сельского хозяйства сегодня озвучивает эту идею. Так вот, друзья, это почему очень важно сейчас для нас понимать. То, что мы с вами говорили 3 года назад, там 2,5, 2 года на вебинарах, сегодня это постепенно входит в повседневную жизнь. Сегодня уже железнодорожников не пугает цифра, что транзит через евразийское пространство России будет 2-3 миллиарда тонн. Хотя еще какое-то время назад, 10 лет назад, мне железнодорожники с пеной у рта доказывали о том, что тонн возить нечего. Максимум, что мы можем прийти, это 1 миллиард тонн всех грузов, которые пойдут с Китая в Европу через Россию контейнерами. И таким образом мы видим такой объем. Сегодня, друзья, когда только 1 миллиард тонн воды надо будет поставить в одну сторону, это уже цифра выше. А если мы будем говорить о других транзитах, о других грузах и о перевозках пассажиров, миллиардов пассажиров бесплатно на территории Евразтранснета, соответственно, друзья, это другой подход, это другая точка зрения. И на сегодняшний момент, как вы видите, у нас все появляется больше и больше союзников, и Минтранс, и Министерство сельского хозяйства. Придет время, друзья, все правительство будет заниматься только строительством евразийского транснета, и вся логика развития евразийского континента будет строиться только на нашей новой инфраструктуре. Друзья, тут еще, конечно, будет очень много вопросов, и сейчас эта тема будируется, прям потому что вчера подписан закон Путиным о земле на Дальнем Востоке. Сегодня идут очень многие комментариев на эту тему, и Галушко министр, там его советник Сергей Габестер, тут вот прям сегодня вот перед вебинаром смотрел их комментарии. Друзья, очень много идет пока разговоров, но, как я уже обещал, мы сейчас в течение месяца мая разберемся, посмотрим, как будет работать технология раз, какие ограничения они ввели там для льготников, не для льготников, а дальше мы приступим к этой работе. Я несколько в заключительной части своего вебинара в конце я расскажу, как мы будем строить эту работу буквально на 2 минуты, чтобы не задерживать ваше внимание. Так вот, друзья, на сегодняшний момент, как вы видите, на каждом вебинаре, на каждой нашей встрече происходят определенные события, которые сегодня показывают, что проект активно развивается. И если это назвать не событием, или вы скажете, что принятие закона земли на Дальнем Востоке это ничего не значит, и все комментарии экспертов говорят о том, что без инфраструктуры там делать нечего. А мы как раз говорим о том, что наш проект это и есть инфраструктура. Если сегодня говорить о том, что министры начинают признавать и говорить о том, что логика транспортировки воды это становится эффективным бизнесом, более эффективным, чем продажа нефти, и это действительно может быть интересно, это тоже сказать, что ничего не происходит, то это, друзья, меня будет очень сильно удивлять. Ну, не говоря уже о количестве инвесторов, которые пришли с Экофеста, который прошел, и тот настрой, который сегодня идет, он говорит о том, что, друзья, все активно движется, активно развивается, и я могу сказать, что время, когда мы приближаем запуск и реализацию проекта, оно все приближается с нарастающей скоростью и все более неизбежно. Поэтому, друзья, это и есть наша работа строить Skyway и спасать планету, наша работа это объединять мир, и то, что мы сегодня делаем, это и заключается в том, что мы сегодня с вами делаем необходимую, важную, полезную, я бы еще сказал, очень доходную работу. Друзья, я на этом передаю слово Алексею. Он, как всегда, расскажет свое видение на некоторый ряд вопросов. Я всегда с большим удовольствием его слушаю и вам рекомендую. А я в конце, как всегда, друзья, небольшое обобщение. И будем готовиться уже к следующей неделе, к следующим шагам. И у меня будет ряд объявлений, то, что касается конкретно Москвы и московского региона, как мы с вами дальше будем строить работу непосредственно уже на наших непосредственно офлайн встреча. Алексей, тебе слово. Благодарю, Сергей Анатольевич. Дорогие друзья, здравствуйте, кого не видел еще. Сегодня такая практическая будет у меня часть, и я вам расскажу те способы об оповещении о проекте Skyway, которые родились у меня при посещении спортзала. И вот буквально
в чате я общался в одном из чатов с коллегами перед вечерним вебинаром, и родилась мысль, каким образом можно использовать максимально эффективно фильмы «Небесные дороги» Юницкого, потому что это действительно гениальный фильм по мощности, по остроте именно поставленных вопросов и поставленных задач перед нами, то есть это финансирование ОТС, это строительство струнного транспорта на сотен миллионов километров. И, дорогие друзья, на самом деле самое интересное, что мы это сделаем. Я хотел бы привести пример вам Кирилла Шимко для того, чтобы было понимание. Посмотрите в Википедии, кто это такой. Кирилл Шимко – это рекордсмен книги рекордов Гиннесса. То есть это человек, который неоднократно двигал тяжелейшую технику, даже сдвинул башенный кран массой несколько, не несколько, а больше сотни тонн. И, соответственно, это человек, которого достижения были отмечены книгой рекордов Гиннесса. И Кирилл Шимко абсолютно просто, абсолютно ясно рассказал о своем отношении к проекту Skyway, непосредственно когда он двигал на струне тяжелую технику на экофестивале, и также такой элемент шоу был, но очень примечательно, что на струне двигалась тяжелая техника. И Кирилл Шимко сказал, что действительно он ощущает, что находится на пороге изменения укладов, то, что интернет раньше развивался, все, что мы говорим сейчас на вебинарах, и человека чистого сердца действительно сказал, почему он заинтересовался проектом Skyway и почему он поддерживает технологию Skyway, почему он желает сфотографироваться лично с Анатолием Эдуардовичем Юницким. И представьте, вот такие гиганты, силачи участвуют в нашем проекте. Каким образом это можно использовать для продвижения проекта? Я считаю, что каждую подобную новость нужно использовать для продвижения проекта, для популяризации нашего проекта, нашего движения. И это действительно движение Skyway. То есть мы не только капитализируем проект, но и превращаемся в такое достаточно серьезное, широкомасштабное интернациональное движение за струнные технологии. То есть над политикой, над экономикой, но за экологию, за струнные технологии и за то, чтобы человек перемещался быстро, эффективно, дешево и комфортно. Я могу сказать, что Кирилл мне показал путь, тот путь, который можно рассчитывать именно при разговоре с серьезными спортсменами, с потенциальными инвесторами нашими, потому что у нас есть фитнес-экотранспорт, спортивный туристический транспорт, и я могу сказать, что людям, занимающимся спортом, будет интересно услышать о фитнес-экотранспорте и о том, что рекордсмен книги рекордов Гиннесса, атлет, силач, белорусский, самый сильный человек, пожалуй, один из самых сильных людей в Беларуси, под Skyway. И это, дамы и господа, говорит о многом. Каким образом можно построить на самом деле разговор? Я приведу на своем примере, на практике, и могу сказать, что это работает. Повторите это, независимо где вы будете это повторять, в парке, в спортзале, в бассейне, на турнике, многие занимаются во дворах и так далее. Многие поддерживают здоровый образ жизни, и я также поддерживаю здоровый образ жизни. И, соответственно, каким образом я построил разговор? Разговор строился максимально просто. Первое, что я говорил, слышали ли вы вообще, слышал ли ты о Кирилле Шимко? Нет, не слышал, кто это? Это белорусский силач, и потом, включая видео, как Кирилл Шимко двигает башенный кран, как он двигает танк, и, соответственно, ухожу дальше заниматься своими делами. Человек сам ко мне подходит, а чем этот Кирилл Шимко примечателен? То есть, почему он такой сильный, такой
накачанный и такой успешный. Я говорю, ну, потому что он стремился стать рекордсменом книги рекордов Гиннесса, и, кстати, он поддерживает технологию, которую мы сейчас развиваем. И сразу у человека возникает вопрос, а что за технология, и почему Кирилл Шимко поддерживает эту технологию? То есть вначале вы максимально возвышаете, ну, и так статус у Кирилла Шимко, я не знаю, куда уж выше, именно в мире атлетизма, в мире тяжелой атлетики, тяжелых видов спорта, бодибилдинга и так далее, куда уж выше. И человек начинает интересоваться, почему, соответственно, Кирилл Шимко является сподвижником и поддерживает технологию Skyway. Почему человек такого уровня поддерживает технологию Skyway? Кирилл Шимко занимается спортом и, казалось бы, далек, по мнению многих спортсменов, далеки от технологии, от математики, физики. Собственно, вот Кирилл Шимко поддерживает. Это может стать точкой входа для спортсменов, для потенциальных инвесторов, ведущих здоровый образ жизни. Ну, это, не побоюсь слова, процентов 10 населения от России, как минимум, имеет место быть. То есть используйте эту технику, именно вот привлечение людей, которые занимаются спортивными упражнениями различными. Кому понравилась эта техника и считает ее либо нужной, либо наоборот, она абсолютно бесполезна, поставьте плюсик или минусик в зависимости от того, насколько вам понравилось применение на практике. Я, естественно, говорю то, что я применял на практике. И все вы прекрасно знаете то, что у нас появился замечательный фильм по названию книги Юницкого «Небесные дороги». Книгу обязательно рекомендую ее прочитать. И по названию именно вот пути развития технологии я могу сказать, что фильм «Небесные дороги» Юницкого имеет огромную ценность. И расскажу вам идею, каким образом можно также популяризировать проект Skyway буквально с помощью смс-рассылки, с помощью рассылки в ICQ, в Skype, в Viber, в WhatsApp, неважно где вы найдете контакт. Это можно даже брать из базы холодных номеров, потому что не заинтересоваться, я не знаю, кто не заинтересуется вот после просмотра этого фильма «Технологии Skyway». То есть фильм построен более чем грамотно, и я могу сказать, что он цепляет за струны души. И действительно, когда я смотрел этот фильм непосредственно на экофестивале, еще в прежней озвучке, в рабочей, так скажем, озвучке, на некоторых моментах наворачивается у людей, и у меня тоже возникало ощущение именно причастности, наворачивались слезы, и действительно это эмоционально очень серьезно затрагивает фильм. Что можно сделать? Я сброшу вам простую инструкцию, буквально в чате ребята сделали. Фразы изменяйте, как вы желаете, сами. И, соответственно, пользуйтесь сервисами коротких ссылок Google. Для понимания просто наберите короткие ссылки Google. И не стесняйтесь, оповестите, расскажите об этом фильме. Не рассказывайте технологии Skyway. Расскажите о фильме, заинтригуйте, скажите, что фильм набрал за день более 2500 просмотров. Сейчас этот фильм приближается уже к 3000 просмотров всего лишь за день. И этот фильм, я действительно считаю, что должен быть переведен, и мы вот именно, имеющие отношение к Skyway Capital, поставим задачу перевода этого фильма на многие языки мира, на котором, собственно, наш проект уже развивается. Более чем в 60 странах мы представлены. И, дамы и господа, вот действительно, вот этот фильм является мощнейшим инструментом, каких еще не видывал Skyway. И я думаю, что при популяризации, когда все его будут смотреть в YouTube, возможно, даже какую-то и степень награду за просмотры в YouTube может
получить, потому что этот фильм значительно отличается от всех видео, которые вы раньше видели по Skyway. То есть этот фильм очень сильно и серьезно продуманный. Чувствуется рука и мысль Анатолия Эдуардовича Юницкого лично. И несмотря на свою простоту, несмотря на отсутствие обильной, так скажем, как в голливудских фильмах, компьютерной графики и так далее, этот фильм действительно заставляет задуматься. Этот фильм на уровне фильмов «Процветание», на уровне фильмов «Проект Венера», и это намного более серьезный и сильный фильм, чем все картины, которые я перечислил вместе взятые. Собственно, как и будущая капитализация, намного более серьезная, чем капитализация Apple, Google, Alibaba и так далее. И что я хотел еще сказать, дамы и господа, тоже по практической точке зрения, способы вот оповещения об информации об проекте Skyway я вам сейчас назвал. На следующем вебинаре я подготовлю и расскажу вам, каким образом нужно представлять не легенду, что действительно будет, то, что действительно, на мой взгляд, произойдет в будущем, и каким образом вы можете зацепить действительно крупных финансовых игроков и инвестиционные группы, целые финансовые группы, целые фонды, пенсионные, страховые фонды, рассказав им то, что вы услышите уже на следующем вебинаре. Естественно, все за раз рассказывать не стоит, то есть в голове может перемешаться, забыться. И, собственно, вот меня выбивало из интернета. Я искренне надеюсь, что запись вебинара идет. Если запись вебинара не идет, то, наверное, мы даже этот вебинар в будущем и повторим. И что я хотел бы сказать, дамы и господа, европейцы осознали на сегодняшний день важность этапа инвестирования в технологию. И, соответственно, был введен новый продукт, продукт рассрочек в Skyway Capital. Это рассрочка с различным дискаунтом, то есть на $500 в месяц, на $1000 в месяц, на 2500 и даже на $5000 в месяц. То есть это была просьба, многочисленная просьба европейских инвесторов. И я могу сказать, что есть люди уже, которые не просто $5000 в месяц инвестируют, есть люди, которые хотят инвестировать сотни тысяч долларов в месяц. С такими людьми переговоры ведутся непосредственно вот в первой линии нашего общего аккаунта с Сергеем Анатольевичем нового. И, кстати, я могу сказать, что в проекте Skyway вы имеете настолько мощный потенциал развития вашего бизнеса, что сейчас, ну, вот этот общий аккаунт, это третья структура, которую выстраиваю за историю развития проекта Skyway. То есть в начале РСВ, который, соответственно, сдублировался дальше на Skyway Capital, дальше СВИК, и сейчас вот именно как синергия взаимодействия и более мощный такой еще результат, профессионализм нашего общего аккаунта с Сергеем Анатольевичем, это уже общение с трами и так далее. И это говорит о том, о ценности для сетевых лидеров, не только сетевых, для тех, кто умеет строить торговые сети, организовывать бизнес с нуля. Это для всех предпринимателей, дамы и господа, потому что здесь колоссальные возможности развития даже сейчас. Я не говорю о тех возможностях, которые будут уже при инициации в дальнейшем развитии и получении прибыли от адресных проектов. Это те возможности, которые быстро расхватают как горячие пирожки, и, соответственно, невозможно реализовать один и тот же проект в том или ином городе. Уже сейчас проекты закрепляют за собой, создаются управляющие компании. Об этом, естественно, мы говорим вскользь и конкретно будем говорить уже только при конкретике, но этот процесс идет. Чувствуют многие участники как финансового рынка, так и корпоративного сектора, то есть те, кто занимались крупными корпоративными продажами. Я тоже из числа людей, которые ранее занимались крупными корпоративными продажами. Те, кто занимались инфраструктурными проектами, то есть Rothook, те, кто занимались автоматизацией бизнеса,
и различными сопутствующими процессами все сейчас, когда заинтересовывается Skyway, начинают его бурно развивать, потому что это действительно возможность, которая бывает раз в 100 лет, и позвольте своему окружению не упустить эту возможность, просто передавая от человека человеку. Я думал, размышлял, каким образом фильм можно распространять через SMS, через Skype, и я считаю, это не будет считаться спам-рассылкой, если вы будете говорить о том, что посмотри этот фильм, мы продумаем, я думаю, скрипты, и этот фильм действительно должен как минимум посмотреть каждый, как минимум каждый узнает о существовании технологии Skyway, но инвестировать или не инвестировать, наблюдать, зарегистрироваться, получить или не получить, на данной стадии это возможно, доступно 100%, каждый сам, потому что каждому решать, каким образом, собственно, выплывать в предстоящем мировом финансовом кризисе, и он настанет, так как это происходит при смене технологических эпох, при смене технологических укладов, и даже за 2000-е годы, то есть с 2000 по 2015, возникло два кризиса экономических. То есть это в эпоху доткомов 2002-2004 года и 2007-2008, это, соответственно, кризис ипотечного рынка США, который чуть ли не разрушил всю экономику США и значительно пошатнул на тот момент экономику вообще мировую, европейских государств в первую очередь. Ну, Россию пошатнуло в меньшей степени, так как тогда у нас стоимость барреля за нефть была достаточно высокой, и, соответственно, активы приумножались за счет рынка нефтяного. И сейчас действительно замечательно, что рынок будет диверсифицироваться. Я могу сказать и всем рекомендую к просмотру именно вот к преддверию будущего вебинара, на который я расскажу стратегию, каким образом вы можете общаться с предпринимателями, с бизнесменами. Это будет дополнительно совокупно с продажей пищевого льда, с продажей русского холода по всему миру. И, собственно, посмотрите фильм «Игра на понижение», как раз про эпоху кризиса доткомов, про ипотечный кризис и каким образом некоторые люди, зная инсайды и аналитически именно выверив инсайды, то, что приближается тот или иной кризис, инвестировали, вложились и получили достаточно серьезные прибыли. Этот фильм заставил задуматься о многом, родил вот именно концепцию общения с крупными инвесторами еще одну. И я могу сказать, что в конце этого фильма один из людей, действующих лиц, а фильм основан на реальных событиях, сказал, что с 2015 года он не инвестирует никуда, кроме как в активы с чистой питьевой водой. Если люди, которые угадали задолго за кризис инвестировать, сейчас инвестируют в чистую питьевую воду, об этом что-то говорить. Но перевозить и лед, и чистую питьевую воду как раз-таки возможно будет только с помощью технологии Skyway. Соответственно, это глобальный рынок со владельцами, со учредителями, дольщиками которого мы вас приглашаем быть до момента закрытия корневой технологии. Но произойти закрытие корневой технологии может даже до конца 2016 года. Но, естественно, у нас будет чем заниматься, и самая высшая цель, обязательно фильм посмотрите «В небо на колесе», тот, кто не смотрел, это строительство общепланетарного транспортного средства, к чему мы обязательно придем. По оценкам Анатолия Эдуардовича Юницкого, это 20 лет, но просто вдумайтесь, представьте и абстрагируйтесь от того, что сейчас вы находитесь в настоящем, представьте, что уже произошла капитализация. У вас есть активы, у кого-то есть миллионы рублей, у кого-то есть миллионы долларов, например, у кого-то есть миллиарды, у кого-то даже есть триллионы. Я думаю, что Анатолий Эдуардович будет среди немногих людей, кто будет обладать триллионами. И куда вы будете инвестировать? Естественно, в технологии
шестого технологического уклада, что будет колыбелью и именно бизнес-инкубатором технологии шестого технологического уклада, естественно, Transnet и Skyway. То есть вы будете уже знать инсайт, и человеку максимум, что требовалось, если, допустим, человек желает приобретать острова, приобретать самолеты, допустим, максимум это несколько миллионов долларов, либо максимум несколько десятков миллионов долларов. Потом эта шкала теряет смысл. И, соответственно, туда будут инвестировать те вновь созданные миллионеры, как не в Skyway. А теперь вдумайтесь, насколько быстро мы можем, сможем зафинансировать, уже получая дивиденды, получая активы. Я уже заглядываю в будущее. Профинансировать и создать, и построить за короткий промежуток, именно вот избегая риска недофинансирования, средства. Единственное, зачем постоит, это некий промежуток, по оценкам Анатолия Эдуардовича, примерно несколько лет строительства с самой технологии ОТС. И, собственно, это достижимо, дамы и господа, даже такая недостижимая, казалось бы, задача абсолютно реальна с помощью народного финансирования, с помощью того пути, по которому мы с вами движемся и по которому направил все развитие корпорации, все развитие сейчас более 300 тысяч участников по всему миру, генеральный директор и генеральный конструктор струнных технологий Анатолий Эдуардович Юницкий, за что ему огромная-огромная благодарность. Строй Skyway, спасай планету. Сергей Анатольевич, вам слово. Да, друзья, тоже сейчас несколько минут таких выбросил. У меня комната и не мог минут 10 зайти никак. Не впускало, поэтому... Давайте, так сказать, это еще раз спокойнее к этому относиться, потому что любая техника дает сбой. Поэтому, если кто-то сейчас сегодня не смог зайти на вебинар, либо не смог, соответственно, качественно посмотреть, поэтому завтра будет обязательно запись. Вот, и, соответственно, вообще привыкайте к тому, что очень многие вебинары это можно смотреть в записи. Хотя, конечно, вот такое прямое общение, живое общение, тем более, его ничем заменить нельзя, это все-таки совсем другая логика восприятия информации, совсем другая психология вопросов и ответов. Вот, поэтому в этом плане мы сейчас, начиная вот с прошлой недели, когда начали проводить вот такие открытые встречи, вот первая была по приглашению московского правительства на экотехнофоруме. Дальше вот мы сейчас прорабатываем, и я думаю, что к следующему вебинару у нас сформируется расписание, я обязательно его покажу, но мы его поставим расписание, где-то раз в две недели мы будем проводить такие открытые семинары, лекции. Я думаю, что в основном это будут какие-то вузы. Вот первое, вот мы с чего начнем, это РГГУ, Российский государственный гуманитарный университет, потом МАДИ, Московский автодорожный институт, потом Баумановский институт. Вот, соответственно, мы будем приглашать всех, кто из Москвы и из регионов, чтобы можно было в этих поучаствовать в этих встречах. Потом будем делать отдельный как семинар для того, чтобы уже те, кто работают в нашей структуре, в нашей, соответственно, в регионе, чтобы они получали инструменты и возможность именно приглашать новичков на эти встречи, самим участвовать, получать аргументацию. Ну и, соответственно, в обязательном порядке будем в Перископе делать трансляцию таких встреч, чтобы все, кто находится не в московском регионе, имели возможность поучаствовать, поприсутствовать и, соответственно, получить такую необходимую информацию. Поэтому эту работу мы будем вести. И, соответственно, вот со следующей недели мы будем с Алексеем, первое, с чего начнем, это обучать работу в Перископе, чтобы каждый имел возможность, кто имеет смартфон, подключиться
к аккаунту и, соответственно, быть в курсе всех событий. Второй вопрос очень важный, что мы будем делать несколько таких уже не тематических вебинаров, как мы сейчас ведем по среду, технико-экономические, а по определенным более мелким вопросам, и не на такое время, как там мы обычно час 20, час 25, ну где-то до полутора часов мы ведем встречу, а для того, чтобы на 15-20 минут конкретные вопросы можно было задать, обсудить, и те, кто включен в Перископ, соответственно, будут иметь возможность быстро в онлайне в таких встречах участвовать. Поэтому мы пока отрабатываем такую форму, но на наш взгляд она очень перспективная. Вот, и, соответственно, будем привлекать вам, рекомендовать. Поэтому давайте этот научно-технический прогресс и то, что нам дает сегодня наш младший брат, использовать максимум для того, чтобы двигаться дальше и капитализироваться. Вот. Поэтому, друзья, что вот сейчас мы ввели и сделали, и информацию, которая сегодня очень важна для восприятия, что мы переходим от очень качественного уровня, когда мы показывали, демонстрировали и доказывали, что технология существует, что именно инновационная, и она станет основой бизнеса на ближайшие 20-25 лет, при уже создании, и когда мы собрали количество единомышленников, которые позволило уже создать именно инвест-проводящую систему, которая позволила уже аккумулировать и инвестировать достаточные инвестиционные ресурсы для того, чтобы приступить к строительству и к испытаниям, то сегодня мы вплотную подходим к вопросу, когда любой человек, который узнает по технологии и понимая, что это действительно большая работа, техническая работа, и она уже вышла на стадию испытания и демонстрации, то следом встает вопрос, а что будет, если это правда? И здесь, друзья, как раз вот один из тех же вопросов, который связан и с транспортировкой воды. И как вот тут задают вопрос, а почему транспортировку пассажиров надо делать бесплатно? Но здесь, друзья, вопрос, дело в том, что основной экономический эффект дает это освоение территорий, а не как вы перемещаетесь. И если прибыль от транспортировки грузов, и в частности сибирского холода, будут значительно перекрывать затраты на транспортировку пассажиров, то почему не ввести такую функцию, как бесплатная перевозка? Поэтому люди будут больше ездить, больше общаться, это будет больше, соответственно, осваиваемых территорий, и все выйдет совсем на другой уровень, ведь бесплатный скайп – это же не благотворительность, это просто определенная форма именно маркетинговой политики, которая приводит к тому, что люди пользуются и скайпом, и передачей информации намного больше, и это стимулирует именно передачу информации и рост провайдеров, которые сегодня обслуживают эти потоки, и они уже сформируют сегодня прибыль, которая идет в интернете. Поэтому это, друзья, тоже, опять же, я не говорю, что это станет единовременным и это произойдет, но возможности, которые заложены в Транснете, и для того, чтобы они были реализованы, и каждый на себе почувствовал, что такое Транснет и какие выгоды он дает каждому, я утверждаю, и это мое глубокое убеждение, что цена будет настолько низкой за перемещение, что в принципе каждый может себе позволить путешествовать из любой точки в любую точку, а с развитием этой системы, когда она будет уже формироваться именно как доминирующая технология Транснет, перемещение в сети и будет бесплатным. И это тоже естественное развитие, это тоже то, что будет давать возможность технологии, когда вы на своем рабочем месте, не выходя из там своего рабочего кабинета, можете перемещаться из одной точки мира в любую точку мира. И я могу сказать, что тот, кто с нами работает, ему уже не кажется это уж какой-то фантастикой, и не кажется фантастикой продажи сибирского холода по цене, значительно превышающей сегодня цену на нефть. Это все, друзья, уже те реалии, к которым мы сегодня подошли, к которым мы оперируем. И естественно, друзья, что новичкам, которые не понимают, о чем речь, не понимая возможностях и особенностей технологии, это все воспринимать, друзья, очень нелегко. Но я думаю, что работая по принципу банки с огурцами, то есть когда все попадают в среду уже, которая подготовлена и благожелательно настроена и понимает, о чем речь, люди очень быстро получают необходимую им информацию и очень быстро включаются в процесс, который сегодня идет. Поэтому
Мы недалеки уже от того момента, когда будет краудинвестинговая система видоизменяться. Здесь много задают вопросов о рассрочках, о дисконтах, которые заложены сегодня в вот эти венчурные премии. Мы и перед фестивалем говорили, и сейчас повторяем, что май месяц еще будет на подготовку, будет именно описание и показание тех пакетов, которые будут дальше, но мы сразу говорим, что выстраивается определенная стратегия, которая направлена на то, чтобы максимально сейчас за май месяц вы подготовились, оценили свои возможности и взяли рассрочки на 10 месяцев на любую сумму, которая вас устраивает. И, соответственно, дальше мы таким образом могли планировать объем вступаемых инвестиций для продолжения строительства. И я могу сказать, что вне зависимости от того, как дальше будут меняться дискаунты, как будут дальше меняться венчурные премии, соответственно, ту рассрочку, на которую вы заявитесь и которую будете соблюдать из месяца в месяц, соответственно, это все останется неизменным. Это уже сейчас проверенный и очень надежный ход. Это в том плане, что вы можете планировать, на что бы вы хотели подписаться и сделать. Соответственно, компания может планировать, какой объем инвестиций будет приходить в данный месяц, и исходя из этого будут планироваться объемы выполненных работ. Потому что сегодня, как вы понимаете, с более уже большим объемом работ это крайне необходимо, потому что стройку остановить одномоментно, а потом опять начать невозможно. Это большая ответственность сегодня на генеральном директоре, генеральном конструкторе на Юницком, который отвечает за эту работу. Большая ответственность на группе инженеров, ну и соответственно большая ответственность на нас, как на тех, кто финансирует эту систему, чтобы эта работа не давала сбоя. Потому что в данном случае мы все увязаны, и я могу сказать, что это как раз создание той базы, которая нам позволяет утверждать, что после сентябрьского международного именно форума по инновациям в сфере транспорта, когда о технологии Skyway узнает весь мир, потому что там даже организационно сделано так, что стенд Элона Маска и стенд Skyway будет напротив друг друга, и я думаю, что мы запланируем и проведем ряд встреч, в том числе и с Илоном Маском. У Алексея давно есть мечта предложить ему уже совместный проект, а не те, которые конкурируют сегодня в сфере энергетики или в сфере транспорта. Нам есть что сегодня обсуждать. Вот. Я могу сказать, что это действительно будет очень важное и значимое в технике и в развитии будущего и встреча, и проект, и вообще презентация. Ну а дальше, конечно, наш Октябрьский фестиваль, который будет уже на другом уровне с демонстрацией, и там, конечно, вы видите уже и многих глав государств, глав крупнейших мировых компаний, мировых фондов. Это тоже, друзья, именно как репетиция, которую мы провели в апреле, готовится к тому, чтобы в октябре это уже все вышло на новый, соответственно, уровень. И как раз вот где-то сентябрь-октябрь мы абсолютно уверены, что уже вход с точки зрения краудинвестинга в корневую технологию, скорее всего, будет уже либо закрыт, либо очень близкий к тому, чтобы завершаться. Но что, друзья, произойдет абсолютно точно, и здесь вы нисколько можете не сомневаться, это изменение дискаунтов и те венчурные премии, которые вот в июне их уже будет довольно-таки резкое сокращение, а к октябрю они очень значительно изменятся. Конечно, таких премий венчурных, которые были этот год, тем более прошлый год, их уже не будет. И это, друзья, абсолютно правильно, абсолютно оправданно, потому что те, кто нес риск 2 года назад, год сейчас, когда еще это все не очевидно настолько, насколько это будет очевидно уже после демонстрации, конечно, друзья, вознаграждение должно соответствовать уровню риску. И на сегодняшний момент никто не отменял венчурность проекта, никто не отменял огромного количества факторов, которые влияют сегодня на развитие проектов, которые даже от нас не зависят. И Литва нам сегодня показала, ну не сегодня, а там чуть больше года назад, о том, что могут возникать настолько риски, которые мы не могли даже предположить на стадии запуска проектов, когда казалось, что европейское законодательство, цивилизованная европейская страна, и непонятно было, что ее лидеры могут себя повести таким образом, когда произошел личный конфликт там, между там, президентом Литвы и президентом группы компаний Skyway. Естественно, что это ни в каком, скажем так, режиме, когда мы прогнозировали риски, мы не могли закладывать такие вещи. Сегодня, конечно, то, что происходит там на евразийском пространстве, в России, в Белоруссии, оно, как вы сами понимаете, нисколько не убирает возможности тех рисков, нисколько не
убирает венчурность этого проекта, но по мере развития, по мере того, как, что нас становится все больше и больше, вот, я могу сказать, что эта работа движется и уже, так сказать, видно конкретный уже результат от той работы, которую мы сегодня делаем, и та, которая будет в ближайшее время продемонстрирована. Поэтому, друзья, здесь я бы хотел сегодня и пожелать, и вас всех попросить, чтобы мы дальше двигались той командой и тем сообществом, которое мы сегодня создали, чтобы мы нисколько не унижали и умиляли возможность, которая сегодня создана благодаря краудинвестингу, благодаря именно нашему сообществу единомышленников, которое мы сделали. Но при этом, друзья, мы четко должны понимать, что, конечно, наша цель – это выход дальше уже и работа с крупными инвесторами, с крупными заказчиками, потому что это, друзья, абсолютно нормальный процесс, когда уже технологию финансируют и проекты финансируют именно те, кто планирует туда вкладывать инвестиции и получать оттуда серьезные дивиденды. У нас, друзья, сегодня есть уникальнейшая возможность на себе именно подготовить такую базу, создать инвестиционный капитал. И то, что сегодня Алексей сказал, это очень глубоко. И осознаете, и поймете о том, что вот эти слова, что акции, которые будут цениться, и тот инвестиционный капитал, который мы создаем, он действительно будет очень значительным благодаря тем премиям, которые сегодня будут заложены. Так вот, друзья, я могу сказать, что у Алексея у нас тут, оказывается, выбило из комнаты, и он обратно появился. Вот сложно сегодня работает комната, друзья. Вот, и почему-то у нас больше 300 человек, видно, я включился ограничитель на 300 человек. Пакет. На миллионы долларов, а уже на десятки и десятки миллионов. И это президента будут появляться подзаконные акты, то есть уже то, что будет выдвигаться правительством. Мы посмотрим, как они будут развивать эту работу. Мы очень в тесной связке с основными экспертами, специалистами, которыми этим занимаются, взаимодействуем. Поэтому мы отладим механизм, и дальше вы будете получать необходимую всю информацию для того, чтобы участвовать в проекте. Но, друзья, ключевая фраза, которую вы должны всегда помнить и никогда, чтобы никто вас не сбивал, что эта земля может получаться только бесплатно. Если вам кто-то предлагает за что-то заплатить, значит, это уже нарушение закона. Раз. И второе, что мы вам можем дать только консультацию, которая позволит вам лично, потому что земля дается только лично каждому человеку, вам заявиться и получить землю от государства, которая может при, соответственно, развитии проекта Skyway получить более высокую стоимость, чем те миллионы гектар, которые сегодня есть на Дальнем Востоке. И это будет только бонусом к тему, к проекту, который сегодня мы с вами делаем с точки зрения Skyway. Но это ни в коем случае не будет, наоборот, альтернативой. И тем более, друзья, я не могу понять и не смогу понять людей, которые не
инвестируют и не участвуют в проекте Skyway, которые будут заявляться на землю, которая будет капитализироваться благодаря технологии Skyway. Я уже приводил сегодня днем пример, что если вы говорите, что авиация – это ерунда и самолеты летать не могут, то очень глупо, если вы пойдете покупать билет на самолет, который будет лететь из, допустим, Лондона в Нью-Йорк. И когда вы сами утверждаете, что самолеты не летают тяжелее воздуха. Так вот, соответственно, точно так же здесь Земля может капитализироваться и развиваться только благодаря созданию новой инфраструктуры, которую мы сегодня с вами создаем. Потому что если не будет создана технология сибирского транснета и дальневосточного транснета, то вся эта затея с этой Землей, это, ну, будем говорить, либо афера, либо просто пшик. Ну, друзья, почему мы сегодня говорим, и очень многие эксперты сегодня обвиняют и Путина в том числе, что он сегодня делает пустой закон, который не даст инвесторам ничего, и тот, кто будет получать землю, они не смогут ее капитализировать. Так вот, друзья, сами того не зная, а Путин знает о проекте Skyway, но, может быть, не настолько сегодня воспринимает его серьезно, что только наложение двух этих программ, когда мы строим и мы понимаем, что такое дальневосточный транснет, как будет развиваться территория. И именно в этой логике, когда вы заявитесь и получите, для вас это будет, еще раз повторюсь, друзья, дополнительным бонусом в Skyway. Мы ни в коем случае не говорим наоборот, что вы получите землю, а потом она будет дорого стоить. Нет, друзья, потому что получить землю вы сможете только там, где мы будем рекомендовать, потому что там будут проходить трассы Skyway. И именно в этом есть логика, которую мы сегодня даем своих партнеров. И никакой другой. То есть ни в коем случае мы не говорим, что пойдите возьмите землю, потому что туда можно будет построить дорогу. Нет, друзья, у нас есть определенное видение, определенная концепция, и мы будем вам рекомендовать участвовать в проекте или заявляться на землю там, где будет развиваться дальневосточный транснет. Ну а дальше сибирский транснет. И никакой другой логики, друзья, не может. И еще раз повторюсь, чтобы никто вас никуда не сбивал и никто не говорил, что эта вся работа может производиться только бесплатно. И если у вас кто-то за это просит деньги, значит, это уже, друзья, первое — нарушение федерального закона. И второе — это не совсем работа в логике сегодня развития Skyway. Ну вот, друзья, на этом я хочу свою часть на сегодня закончить. Я очень рад, что мы с вами продолжаем работу. Со следующей недели мы будем подключать Перископ. Поэтому те, кто слышал и знает, что это такое, поэтому участвуйте в этой работе. Очень удобная форма. Мы будем еще со следующей недели вводить еще ряд нововведений для того, чтобы улучшить эффективность именно работу. Я сейчас в данном случае говорю про нашу команду с Алексеем. Ряд ребят, которые работают сегодня в чеченском направлении, чеченским проектом, в красноярском проекте. Сейчас мы готовим самарское именно подписание соглашений и дальше запуск адресного проекта. Поэтому я могу сказать, что мы, друзья, с вами работаем, мы движемся. Для нас «Строй Skyway, спасай планету» – это не пустые слова. Мы действительно объединяем мир. И объединять, друзья, это наша работа. Все, друзья, всего доброго, до новых встреч. Ну, Алексей, я думаю, что, как всегда, будет ряд очень интересных моментов сейчас, которые я очень люблю. Поэтому, если у вас еще есть 1-2 минутки, то не выключайтесь с нашего вебинара. Вот, как всегда, вас ожидает ряд небольших сюрпризов. Всего доброго.